Михаил, хочу тебе подарить очень дорогое. Ну, диск я тебе привез вот на этом, сборник. На флешечке. На флешечке, это бесплатно, кстати, хочу заметить. Вот. А хочу подарить вот самую первую книгу, которую мне помог выпустить человек один. Это книга, посвященная Дмитрию Комарову. Это человек, который музыкант с большой буквы, который пинул, дал мне волшебный пендель, чтобы я писал стихи. Мы после концерта Rainbow приехали, и он говорит, а можно я на тебя на столе пошвыряюсь? Я говорю, можно. И он так берет, а я писал, короче, не крупно, четверостишие. Он говорит, я что такое? Я говорю, ну это то, что не пошло в песни. Он говорит, и много у тебя не пошло? Я говорю, ну, знаешь, штук 200, может быть. И куда ты дел? Я говорю, выбросил. Он говорит, ты не шальной, ты больной. Вот. И он меня заставил, я говорю, кому нужно это? Он говорит, зря. И он был прав, кстати. Он был прав. И вот первый написано, что посвящен Дмитрию Комарову. Когда я это выпустил, я ее запаковал, принес к нему на кладбище, поставил и сказал, Дима, я все-таки это сделал. Вот. Спасибо. Михаилу Грубову. И за откровенность, и за вообще хороший душевный разговор. Юр, чтобы вас огромное. Не огорчить, разрешите получить. Юр, спасибо огромное. Очень приятно. Здорово. Спасибо.